подруга, жили в одном дворе, к девятым ходили в одном. Только считал, что Бог есть и добрый, а Леха, что как же сейчас. И так они спорили, что не день, прогуливая урок. Каждый знал, что правда за ним, но доказать не мог. Однажды под баскетбольным кольцом, жмуря на солнце глаз, договорились, что тот будет прав, кто попадет с трех раз. И бросали с восьми шагов, и каждый из них попал. И каждый знал, что правда его, но как доказать не знал. И потом решили у школы, там, где с крыши висит рукав. Кто по нему заберется вверх, тот и будет считаться прав. И оба забрались и сели там, фони, гитара, фони. Позировать теперь придет. Никто ничего так и не доказал, но знал, что правда за ним. Ну что ж, проблему надо решать. И договорились так. Кто по карнизу кругом пройдет, тот и будет считаться прав. Сколько струсил, сколько свернул, там, где спортивный зал. И Лёв тогда упал. Два друга жили в одном дворе, в девятый ходили класс. Колька считал, что Бог есть и добрый, а Лёха, что как же сейчас. А ты пьёшь кофе и смотришь,